В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 1 марта состоится зимний фестиваль ГТО. Участники будут сдавать нормативы на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте www.gto.ru и получить 11-значный 1 номер. В день спортивных состязаний при себе необходимо иметь справку от врача о допуске к занятиям физической культурой.